Всем здорово, танкистчики и подписчики, я вам желаю приятного просмотра. Что сегодня нас ждет в 15.00 по киевскому и московскому времени одинаково в Европе? Ребят, в общем, ивент анимешный. Я это совсем вообще, мне это не нравится, но я не вы не я. Давайте просто покажу, что здесь можно будет сделать. Это как, ребята, было на Лесную ведьму. В общем, такой вот хэллоуинский типа или предхэллоуинский ивентик, который за донатик, естественно, будет. Тут $5 видеоклип для занятых. Чисто для занятых, ага. Типа, кто не может выполнить, все дела. 10 значков холо. И, конечно же, дополнительная боевая задача. Чтобы вы понимали, ребята, самое главное, что вам нужно знать, так это за задачи дают по 100 вот этих вот штуковин. То есть просто каждый день по чуть-чуть выполняете и спокойно забираете определенную какую-нибудь награду. То есть здесь награды, по сути, ну что здесь такого? Вот, например, камуфляж, да? Что это такое? Камуфляж, а что, посмотреть нельзя? Камуфляж Hollow Blitz открывает камуфляж... Для AMX50 Foch. А, я понял, ребят, это легендарный камо на Foch. И сейчас его посмотреть не могу почему-то. Хорошо. Так, здесь какие наградки. Неплохо так, как бы, да. То есть, и тот же самый ивент, как было на день рождения, ребят, с этим самым, вы поняли, танком бесплатным К2, вот. Так, это что такое? Атрибут ангара, ребят, атрибут ангара. Ну, выглядит достаточно неплохо, как бы такой простенький, прикольненький, и для тех, кто ценит это, нормально, но мне это совсем не нужно. Так, еще камуфляжи для танков, ребята. Ну, какие-то вот анимешные камуфляжки, которые непонятно как, какие там, непонятно какой записью, я вообще не понимаю, что там вообще такое. Тут какие-то вообще лапки-собачки. В общем, детские камо, все, по-другому я это назвать не могу. Хорошо. Так, едем дальше. Что здесь за следующий камуфляж? Зомбан 2. Что это такое вообще? Ничего не понимаю в этом, но... Ребята, вот, смотрите, разглядывайте, кому это интересно. Хорошо. А еще один камуфляж на 37 уровне. Кон Куйол. Что-то такое. Я не знаю, что это за язык, но просто... Как по мне, это какая-то девчачья детская игрушка. Вот и все. Так, я даже не смотрю на этих вот... Не скажу, что нормальных, потому что выглядят как проститутки. Да, ребята, так и знаете. Так, ну, в принципе, такие вот камуфляжики. Так, до чего докатились, конечно, да, жестко. Вроде бы тот же самый камуфляж, что уже был. Так, 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 быстренько покажу, что здесь есть. Какой-то фон профиля опять-таки с этими девками анимешными. В общем, вы поняли, да, танкисты? Я быстренько покажу, чтобы самому на это не смотреть, но вы, если хотите, разглядывайте, паузу ставьте. Вот такие вот анимешные там всякие фон-профили. Я так понимаю, что это уже задана дальше. Просто так не получить. Так что, ребята, вот так вот. Так, ну и в конце концов, ребята, бесконечно можно будет фармить бустеры золота. То есть, по сути, это все, что здесь можно получить. Даже никакого танка, а только легендарный камуфляж на Foch. И, по сути, ребята, что здесь вообще годного? По сути, здесь ничего такого годного нету. То есть, вообще, максимально деньги за это платить, ну, точно не надо, ребят. Абсолютно просто. Ну, это только для тех, кто аниме смотрит, там, влюблены в это все. Да, ребят, да. Удачи вам в этом всем. А так, вы поняли, ребят. В основном для обычных игроков, которые касаются чисто игры, это вообще бесполезно. Так, ладно, танкисты, все. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, а я обязательно сейчас загадаю танчик, и на этом все, новостной ролик быстренько закончится. Так, танк будет буквально дерево танков Германия, потому что здесь много танчиков. Давайте из семерочек, секунду. У этого танка 7 уровня 2 топовые пушки. На 220 средний урон за выстрел и на 310 среднего урона за выстрел. Из 7 уровней попробуйте отгадать этот танчик. Потому что мне кажется, только у одного танка такие пушки топовые. Все, друзья, всего вам лучшего. Вот здесь комментарии, обязательно смотрите ваши. Поздравляю всех, кто вот попал туда. А вот здесь, ребята, вот здесь, наконец-то уже запланирован стримчик. Сегодняшний же в 15.00 по киевскому и московскому времени одинаково, как ивент стартует на Евро. Будем гладиаторский режим в Стэнкс Блиц просто катать вместе, как вместе, просто будем одновременно пуляться, мы не будем тимиться, но мы будем просто иметь возможность попасть в одном бою. Ну а так я это не люблю, ребят, на самом деле будут снайперить меня, но проведем хорошо время. Так, ну в целом танкисты все, здесь тоже смотрите топовые видосики, которые вам возможно понравятся, покеда и отличного настроения. А, стоп-эн. Чтобы вы понимали, тут еще за донат есть всякие штуковины, типа вот, уровни там дополнительные за $10, там
за 5. Ну, то есть, по сути, это одно и то же. Вот еще какие-то наборчики специальные, там, по одному типу всего. Ну и набор. Не знаю, что здесь фочи нарисован, только один кама дают, и все, легендарный. То есть, нет, по сути, я думал, фочи это там какой-то новый коллекционный или прем. Ну ладно. Все, ребят, все, не судьба. Пакида!